Милиция Могилева устанавливает личность молодого мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий над 10-летней девочкой. В отношении него Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По словам потерпевшей, мужчина пообещал ей денег, отвел во враг за здание КГБ и там совершил свой грязный замысел. Дело было в июле прошлого года. Обвиняемого вместе с девочкой зафиксировала камера видеонаблюдения. Посмотрите внимательно. Если вы узнали этого человека по внешнему виду или по походке, обязательно позвоните в милицию. Анонимность гарантируется. На вид около 30 лет, рост 170-180 сантиметров, нормального телосложения, был одет в розовую майку с коротким рукавом, синие джинсы, серые кроссовки. При себе имела сумка серого цвета размером 20 на 10 сантиметров.